Боевики террористической организации «Исламское государство» во вторник, 18 августа, казнили известного исследователя и археолога, директора античного комплекса в Пальмире, 82-летнего Халида Асада. Он был обезглавлен на площади перед строем боевиков. Тело ученого повесили на одной из древних колонн в центре площади в Пальмире. Об этом сообщил агентство Рейтер сирийский археолог Маамун Абдуль-Карим. Халид Асад потратил 50 лет жизни изучению Древней Пальмиры. Он широко известен своими научными трудами, посвященными этому музею под открытым небом. Сирийские власти опасаются, что уникальный комплекс может повторить печальную судьбу иракских городов и музеев, уничтоженных боевиками.